Российские ученые получили полный геном коронавируса. Это поможет создать вакцину. В каждом регионе работают лаборатории, где проводятся исследования на выявление новой инфекции. Верхневолжье – это центр гигиены и эпидемиологии. Обо всех тонкостях их исследований узнала наш корреспондент Наталья Чекет. Анализы забирают у тех, кто вернулся из стран, где зафиксирован коронавирус, а также у тех людей, которые имели тесный контакт с теми, у кого он подтвержден. В лабораторию поступают материалы со всей области. Доставка происходит с соблюдением всех мер безопасности. Прием материалов происходит через передаточное окно в специальной сумке. Она ставится на обработанный хлоркой стол и из нее достается контейнер. Ежедневно в среднем в лабораторию поступает от 70 проб на исследование. Всего в центре может проводиться порядка 100 проб за день. Здесь у нас отделение особо опасных инфекций, где проводятся вот дальше эти исследования. Этот пиксель чистый, сумка обрабатывается внутри и снаружи, и снова передается непосредственно той больнице, которая это привезла. Заходить вовнутрь категорически запрещено. Специалисты работают в противчумных костюмах. Далее полученный материал передается в лабораторию, где проводятся исследования на все массовые инфекции. Грипп, ОРВИ, клещевые инфекции и в том числе коронавирус. Тестирование на наличие инфекции проводится с помощью российских тест-систем. От доставки материала в лабораторию до окончательного результата проходит в среднем 4 часа. Сделали они, например, и получается результат сомнительный. Вот, значит, они заново эти пробы переставляют, перепроверяют. Это на, опять, это, как говорится, вот здесь сначала, это где-то тоже в течение часа-полутора часов. Сейчас специалисты работают в режиме повышенной готовности. Вся работа ведется в ламинарных боксах. Они представляют собой шкаф, оборудованный осветителями, ультрафиолетовыми лампами и системой подачи стерильного воздуха. Из каждой полученной пробирки выделяется РНК вируса. Далее весь исследуемый материал передается следующим лаборантам, где проводится последующий анализ. Достоверность наших находок в обязательном порядке подтверждается в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Поэтому все наши сомнительные пробы, которые у нас получились нашими специалистами, выявлены и положительно в обязательном порядке на следующий день немедленно отправляется «Вектор» на подтверждение наших результатов. Напомним, что в Тверской области реализуется комплекс мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. На особом контроле граждане, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса.